Доброе утро, как друзья. Новый день, новые приключения. Наш завтрак красивый. И мы начинаем. Морозная свежесть. Красота. Минус 12. И вот так просыпается город. Приехали в интереснейшее место и красивейшее наша группа. Привет, друзья, опять в Перми. Вот такие блогеры. Все бегут с камерой, включают и сами себе что-то наговаривают. Смотрите, как это выглядит со стороны. Такие рабочие будни блогеров. Вау! И сегодня у нас третий день нашей битвы блогеров, которые сегодня идут в очень потрясающий природный объект. Называется Каменный город, потому что Пермский край, и каждый его уголок просто полон всего самого мистического. Друзья, мы приехали опять в Каменный город, и буквально каких-то 3 месяца назад или 4 я вот здесь ставил свою тачку Hyundai, когда я ехал по России на такси совместно с такси Максимом. Круто увидеть это с другой стороны. Вот за это можно посмотреть, знаете, Россия летняя и Россия снежная. Ну смотрите, какая красота. Шикарно. Напугалась? И это и есть Каменный город. Удивительное место. Тем, что просто вот от таких изваяния возвышаются. Такая тишина. Мистическая мистика. Красота-то какая неописуемая. Где мы? Куда? Где вы? В прошлый раз вот под этим камнем я спрятал 5000 рублей.
спонсорских. И нашел? И чувак после выпуска видео поехал сюда, и через час-полтора она была найдена. С Перми. Кстати, он положил туда 100 рублей. Кстати, следующему человеку. И снеговик. Класс. Тут такие прикольные места. О, обмерзание. Ну что, заброшенки там есть? Да, там сколько мест заброшенных. Заброшенная Россия и здесь присутствует. Да. Расскажи вкратце о своем канале. Про что ты снимаешь? Ну, вообще начинал как заброшенные места, деревни, но потом понял, что наши просторы необъятной России большие, и надо ездить снимать деревни, людей. В общем, очень много интересных мест, где я и бываю. И никаких заграниц для этого не нужно мне. Канал «Заброшенная Россия», Алексей Ушаков. Ищите и не пожалеете. Прибыли на горнолыжный курорт, друзья. А никого и нету. Пушки не работают. Что-то вообще как-то так. Какой стиль постапокалипсиса, нифига себе, вот это лес. Офигенно. Смотрите, как круто. Такой загадочный, такой снежный, такой вау-вау-вау. Ляпота-то какая. Класс, и мы сейчас будем двигать вниз. Что, батл устраиваем? Поехали. Конечно, дорога здесь вообще, друзья, жесткая. Потому что снега мало. По пухлюку зато можно. Фрирайд, друзья. Ох. Вау, видище, друзья. Класс. Эй! Это для кадра, это не я. О! Ну что, так-то прикольно. Я как пермяк начал разговаривать. Так туда.
Ну вообще, как жизнь тяжелая здесь? Или считается нормально здесь в Губах? Да? Ну а по зарплатам какая средняя здесь? Двадцатка. Двадцатка, да? Ну вот на Медосах сейчас больше платят. Угу. А так в среднем эти все... Тут же все шахты были, а потом как все рухнуло, это шахты. А заводы толком не просто, и заводы рухнули. Угу. А вот эти заводы это частные какие-то, да? Да, наверное, как, конечно. Но сейчас нет государственных. Все в аренду сдали, да, какую землю? Это шахты, частные. Они сейчас строят там крупнейшие эти вот. Коксахин. Тут коксахин весь вид портит там. Ага. Надо город развивать было туда, вот спуск сделать там. Владейный лоб. Там покрасивше. Еще раз прокатимся, посмотрим красоты. Заводище это какое-то градообразующее, кстати, предприятие здесь. Ну, как сказали местные, ну что делать, зато деньги. Баха, друзья, смотрите, какая красота. Это современное здание. Часто видел, что за границей не красят дома, а просто они стоят бетонные. И они тогда не так выглядят печально, как выглядят печально здесь. Может быть, правильно было, что просто все было бы бетонное. Друзья, мы прибыли в ДСАФ. И это аэродром Фролово. Мы должны немного полетать. Мы даже слышим, что моторы гудят. Смотрите. Самолет! Кстати, а я на таком самолетике не летал. Это было бы прикольно. Юх! Ну, маленький, да? Смотри, какой прикольный. Такой поджарый. У-ху. Прикольный. Здравствуйте! Слушайте, такой у вас прикольный самолет. Вообще. Это нашинский? Нифига себе. Капец, вот он прямо издеватель. Ваш Макс Тревел, он говорит, что мы сейчас будем делать крутое пике. Я тогда сделаю крутое обосрали. Шоколадный камнепад, да? Шоколадный кипящий навалил целый завод. Нет, я сам там близко. Ноги отрекаю. Мама! Наоборот, лучше пусть пищит. Для антуража. Да нет, конечно. Антураж, блин. Так, кто следующий? Забор, за ручку. Вот, вон, ручка. Потолки и ручка еще. Ноги. Да! Да! Все, что есть, скидывай. Я буду, наверное, сегодня вечером это тебе накидаю. Мне тоже надо сделать себе отчет в Инстаграме, да, ВКонтакте. Я что, битва блогеров, боже! Я хотела стать ведущей, я не стала! Сколько всяких винтиков. Это опыт. Он прям такой стрекозел. Да? Ну, с прозрачной крышей, с прозрачными боками. Просто шик.
поставленный здесь самолет, который может приземляться на воду. А там вообще какой-то разобранный такой он. Смотрите, крылья там, это там. Вообще класс. И вот мужики его уже ставят. Блин, ну очень прикольный самолет. Я такие не видел ранее. И бывают случаи. Фу, ёлки-палки. Ну, знаете, вот что? Так. Ну, сами знаете. Ну, ёлки-палки. Бывает так. Ёлки-палки. Я скажу. Ну, вам надо было текст подготовить. Пристегните ваши ремни, следующая остановка Соликамск. Друзья, это впереди нас Уралкали, одну из самых богатейших компаний России. Ну это шикарно. А с левой стороны, пусть даже плохо видно, это отработанная там руда или что тут. Ну в общем, там, кстати, пейзажи должны быть такие неплохие. Смотрите весь, как он что, дышит. Соликамск? Конечно, смотри, какие предприятия огромные. Просто все дымит, все что-то работает. И такие домики двухэтажные, бараки небольшие. Ребят, ну тут прямо что-то такое нереальное. Какие-то горы, тут что-то дымит. Я имею в виду, вы просто не видите, а это гора, насыпанные отходы. Там вышки стоят, видно, оттуда тянется. Все это под колючей проволокой, охрана, камеры. И запах, друзья, и запах, производственный запах. Что-то здесь не самое чистое. Пахнет каким-то металлом немножко. Сейчас пойдем заселяться. Тут такая гостишка хорошая. Так, 205 номер у нас. Друзья, вот такой у нас красивый номер. Что-то там сушится, что-то там делается. Сейчас займемся видосами. Все блогеры имеют такую фишку, как зарядка гаджетов. Со всех сторон. Тут у нас все розетки все заняты. Но мы сейчас... Уже хоть и не хочется, но надо делать видос. Пойдем займемся им. Оказалось, здесь, в этом городе, в Соликамске, живет мой друг Валера, с которым мы путешествовали в Вьетнаме, а также были недавно в Анапе. Поэтому надо обязательно с ним встретиться. И мы сейчас пойдем проведаем, какие здесь барчелы имеются в Соликамске. А также приехал ко мне мой подписчик давний с Березняков. Пойдем познакомимся с ним также. Мы прибыли в барчелы. Он что, нормально так? Светленько? Хорошо. Валера, передай привет всем. Ребят, всем привет. О, отлично. Да, ребят, знакомьтесь, это Миша, мой подписчик, и Сергей, да? Да. Ну, я случайно. Короче, посмотрим, что здесь, какая движуха в Соликамске. О, бильярдик есть, пул.